Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Сейчас мы выполним упражнение 237 на странице 137 учебника по русскому языку для 3 класса автора Климановой. Прочитайте шуточное стихотворение. Сможете ли вы найти в нем ошибки? Запишите текст верно, написав собственные имена существительные. Я зову собаку Фомку. Фомку – это кличка, нужно писать заглавную букву. А собака лает громко. Я зову бельчонка Тишку. Тишку – это кличка, также нужно писать заглавные буквы. А бельчонок целит шишкой. Прямо в лопни. И кричит. Лучше правила учи. Ну, наверное, этот мальчик не знал правила написания кличек животных. А клички животные – это тоже имена собственные. Пишутся они с заглавной буквы. Если вам понравилось видео, смотрите остальные видеорешения на нашем канале. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.